Каким образом можно зарядить четки? Четки можно зарядить следующим образом. Их необходимо вначале очистить. Очищение происходит, если человек произносит мантру. Сейчас для четок. Ом руце раманай праватай хум. То есть я провожу несколько раз по четкам рукой и произношу ом руце раманай праватай хум, ом руце раманай праватай хум, ом руце раманай праватай хум. И дую на них. Таким образом четки становятся моими. После этого я читаю вторую мантру. Мара мара биманакара махазавахум, мара мара биманакара махазавахум. И тоже дую. Таким образом, четки становятся благословленными и чистыми. И после этого можно начитывать какую-нибудь мантру. Допустим, мантру для того, чтобы люди ко мне хорошо относились. Допустим, ом ехаухах, 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 ом ехаухах. После этого дую еще раз. Теперь каждый раз, когда эти четки будут находиться в моем кармане, то у меня не будет или будет становиться меньше людей, которые по отношению ко мне будут чувствовать ненависть, нелюбовь и злость. Вот так происходит работа с четками.